Более подробно о субсидировании, кредитовании, уборочной компании и других вопросах развития агропрома республики смотрите в программе «Правительственная связь» сегодня в 20.00. За первую неделю осени снизилась стоимость овощей нового урожая. Чувашстат опубликовал данные о ценах. Основные изменения смотрите в нашей таблице. Цены на морковь и капусту снизились в среднем на 8%, картофель и лук на 4%. Меньше стали стоить и яблоки, крупа, куры, творог, мясо, рыбы и макароны. Цены повысились на сметану, печенье, сыры, яйца. Хлеб ржаной, рис, соль, сахар, песок подорожали меньше, чем на процент.